Лучшая работа дирижера в жанре оперетта-мюзикл. В номинации представлены Алексей Людмилин, «Алые паруса», Новосибирск. Алексей Нефедов, «Бал вампиров». Александр Новиков, «12 стульев». Андрей Семенов, «Фан-фан-тюльпан». Алексей Людмилин, «Алые паруса», театр «Глобус», город Новосибирск. Я благодарен «Золотой маске» за высокую оценку нашего труда, потому что я так понимаю, что эта замечательная маска принадлежит не только мне, но и всему театру, который выпустил этот спектакль. Я благодарен Максиму Исааковичу за его музыку, которая мне позволила сделать такой спектакль. И очень благодарен Нине Чусовой, очень теплому и замечательному режиссеру, который умеет музыкально мыслить. Это не так просто в наше время для режиссера. Спасибо огромное.